Меджлис исключил трех членов. Теперь Эмирали Аблаев, Айдер Аджимамбетов и Руслан Якубов не члены представительного органа крымских татар. Айдер Аджимамбетов не справился с обязанностями заместителя председателя Меджлиса, говорится в решении. Его заявление и сотрудничество с оккупантами несовместимы с решениями Курултая крымско-татарского народа. Муфтий Крыма Эмирали Аблаев не защищает мусульман, преследуемых оккупационными властями, и закрывает глаза на незаконные обыски в мечетях. Руслан Якубов работает в исполнительных органах аннексированного Крыма и участвует в политических мероприятиях оккупационных властей. Окончательное решение о выводе из состава Меджлиса примут на следующей сессии Курултая крымско-татарского народа.